Привет, дорогой брательник. Решил для тебя снять видос своей фазенды, чтобы ты более-менее понимал, где и что, и как находится. Вот это вот, там заправка находится, если ты помнишь. Это вот там вот дальше Трехгорный. Вот по этой дороге я сюда приезжаю. Там, там машины катаются вниз, налево в Юрязань, направо в город. Вот. Подъезжаю, вон машина стоит. Обычно паркуюсь там, чтобы не подъезжать, не заезжать во двор с воротами, не заморачиваться. Это забор, это вход. Я тебе с самого начала все покажу. Вот мы вошли. Вот это вот гараж, который наш помощник незаменимый. С него вся стройка началась. Там что-то теща уже посадила херню какую-то. Этот бассейн мы достали, помыли. Не знаю, набирать, не набирать. Там вот дальше видишь колодец. Не колодец, а яма выгребная вдалеке. Тут доски накрытые. Там еще всякий щебень, ГПС остался. Тут тоже доски. Это мой верстак, который в том году сделали. Тоже очень выручает. Для распила, для всего, для всего. Тут стоит пенек, на пеньке диски под пленкой. Для металла, для всякого разного. Это он там соседи. Это банька. Это верстак. Идем дальше. Это вот одуванчики, мать их, повылазили. Надо купить какую-нибудь отраву да полить все это, чтобы какая-то херня не лезла. Задолбала трава это уже. Это мангал. Почти живой еще. Это кирпичи накрытые, я тебе показывал. Это кирпичи пиленные, здесь пилю. Это вот будет здесь для дома. Если когда-то будет дом еще, это будет вот. То есть не вот, а ну выход, короче, канализация, там труба еще напорная для водопровода валяется. Тут у нас идет черемуха, отцвела уже, правда. Тут рукомойник, пока временно, руки там, соседи, дальше. Это вот, как говорится, за баней говна, как говна за баней, вот всякого дерьма за баней моря. Это вход. Короче, вот входим, по плану, если видим, заходим. Здесь вот тамбур такой получается. Ну, там будет прихожка. Тут, короче, бардак, стройматериалы. Потолок я тут еще не утеплял, ничего не делал. Это вот супер лестница. Помните, показывал я ее, как она работает. Это окошко. Здесь направо будет как раз котельная. Вот, вот воды со скважины здесь. Это еще утеплитель, пока я оставил, не стал закидывать. Это окошко. Белое окошко. Это будет оно на чердаке, хочу сделать. Это я пока снял временно портал с печки, чтобы можно было печку засовывать. Вот. Она вот такая печка идет, этот портал на нее вешается. Это сама печка. Так временно тут всякое разное. Это пока щиток такой здесь временно сделан. Вот. Здесь дальше это туалет. То есть мы зашли, налево туалет. Окошко. Тут тоже так еще всякий бардак, инструмент, что только нету. Вот, из тамбура тут будет дверь. Заходим в комнату. Вот комната. Комната 3. Что-то 60 на 5. 20 или 5, 70, не помню. 5, 20. Короче, 20 квадратов. Это такой холодильник надыбыли за недорого. Отмывали от тараканья целый день, бляха-муха. Но зато как новый стал. Это диванчик такой с кожезама, как раз чтобы мокрыми жопами сидеть. Столик. А это вот как раз тот портал из комнаты, кто-то не мог понять, где он и что он. Это вот комната, это вот портал. Здесь как раз будет вон там морда, которая тебе говорю, то, что сняли от печки. Она будет здесь. А я тебе покажу, я что. Сейчас мы тебе покажем. Только будет повыше стоять. Ну, короче, вот так вот она будет. Как-то вот так вот. Только она будет повыше стоять на этих кирпичах еще. Вот, из комнаты после входа сразу налево вход в помывочную. Это как раз здесь вот душевая будет. Вон с лифтом в уголке. Тут еще маленький, хотим ее отделать мозаичной плиткой. Чтоб как-то хотя бы выделялась, она посимпатичнее была. Покрасивше. Это вот помывочная, душевая. Это окошко. Окошко прикольно, открывается как фрамуга. Так вот раз, вот и все. Как раз для проветривания хорошо. Удобно. А вот из душевой
Вход в парилку. Я вот с этого места фотографировал Аню. Если ты помнишь. Как раз даже стульчик остался. А это вот видно портал с другой стороны. Вот это я уже выложил подиум для печки. Твою мать, перевернул крестики. Нахер. Тут еще таким же кафелем просто обложим, чтобы было посимпатичнее сверху кирпичи идти, и все. А тут тоже еще будет накладываться. Тут не кафель, керамогранит. В парилке тоже окошечко вот такое. Получается тут вид из нашего окна на Вурузань. Парилка обшивается вот такой вот фольгой. Плотная она, 100 микрон. Очень плотный крас, чтобы для отражения пара, жара, всего остального. Тут тоже еще потолок не делался. Сейчас как раз вот доделаю пол портал, буду обшивать дальше фольгой, делать потолок, закладывать утеплитель. Здесь уже потолок сделали, утеплитель заложили. Тут такой вот, потом будет обшиваться, на стену будут рейки нашиваться вот такие же. Все будет обшиваться имитация бруса. Это вот вид с окна на вход. У нас такая жара, вот температура, ну блин, на солнышке, конечно, почти 40, но где-то реально градусов, наверное, 29-28. Тепло сегодня, но обещает похолодание, как всегда. Это вот вид на выход, там будет дверь. Короче, вот такая вот у нас планировка, думаю, ты понял, тут почти на 7 минут я тебе записал видос. А это вот вид с порога. Вон там еще вторые ворота так оставили, сделали технические, технологические, чтобы сейчас машина за говном вон туда вот выезжала, приезжала в ту яму выгребную. Так что вот так вот мы тут живем, работаем. Пока-пока.